Всем привет! С вами Многогранник. Играем в Лего Дупл. Развиваем мышление и воображение детей. Сегодня мы будем собирать с вами Железного Человека из комиксов Марвел. Вот такого вот. У него двигаются руки и ноги. Итак, для того, чтобы собрать нашего Железного Человека, вот какие кубики и детали нам понадобятся. Кубик 2 на 2. 15 штук. Вот такая вот деталька. Две штуки. Вот такая вот деталь. Две штуки. Такая вот деталь. Две штуки. Пластина. 2 на 6. Две штуки. Такая вот деталь. Две штуки. Такая вот деталь. Три штуки. Кубик. 2 на 4. Стандартный. 6 штук. Вот такая вот деталька. 4 штуки. Пластина. 2 на 4, 12 штук. Так, приступаем к сборке нашего Железного Человека. Я беру вот такую вот деталь и еще одну вот такую деталь. Вот так вот их вместе пока держу. Беру кубик 2 на 4, соединяю вот сюда, посередине. Беру еще один кубик 2 на 4, соединяю вот сюда. Беру кубик 2 на 2. Соединяю вот сюда. Еще беру кубик 2 на 2. Соединяю вот сюда. Беру вот такую вот детальку. Соединяю ее вот сюда. Еще одну беру там точно такую же детальку. Соединяю вот сюда. Вот такая конструкция у меня получилась. Беру кубик 2 на 2. Соединяю его вот сюда. Еще беру кубик 2 на 2. Соединяю его вот сюда. Все это сверху. Закрепляю пластиной 2 на 6. Вот сюда. Вот так. Переворачиваю нашу конструкцию. Беру кубик 2 на 4, соединяю вот сюда. Беру кубик 2 на 2, соединяю вот сюда. Еще беру кубик 2 на 4, соединяю с этой стороны. И еще беру кубик 2 на 2, то же самое делаю вот с этой стороны. Чтобы конструкция была крепкая, беру пластину 2 на 6 и закрепляю все это вот сюда. Вот он. Вот такая вот конструкция у нас получается. Теперь беру пластину 2 на 4, переворачиваю нашу конструкцию, прикрепляю ее вот сюда, вот, вот таким образом. Переворачиваю. Беру кубик 2 на 2, соединяю вот сюда. Еще беру один кубик 2 на 2, соединяю его с этой стороны. Сверху закрываю всю пластину 2 на 4, вот сюда. Такая вот конструкция получается. Теперь я беру пластину 2 на 4, переворачиваю нашу конструкцию, пластину 2 на 4 закрепляю вот сюда. Беру еще одну пластину 2 на 4, то же самое сделаю с этой стороны. Вот такая вот конструкция у меня получается. Беру вот такую вот детальку. Вот такую. И закрепляю ее вот сюда. Вот с этой стороны. И точно такую же детальку беру. И закрепляю ее вот с этой стороны. Беру кубик 2 на 2. Закрепляю его вот сюда. И все это сверху закрепляю пластиной 2 на 4. Вот таким вот образом. Вот так. Теперь переворачиваю нашу конструкцию. Беру кубик 2 на 4, соединяю его вот сюда. Еще один кубик беру 2 на 4, соединяю его вот сюда. Все это сверху закрепляю пластинами 2 на 4. Вот сюда. И с этой стороны то же самое. Пластины 2 на 4 вот сюда. Вот такая вот конструкция у меня получается. Теперь переворачиваю. Беру пластину 2 на 4, соединяю ее вот сюда. Еще беру одну пластину 2 на 4, соединяю ее с противоположной стороны, вот сюда. Переворачиваю нашу конструкцию. Беру кубик 2 на 2, соединяю сюда. Еще беру один кубик 2 на 2, соединяю сюда. Сверху все это закрепляю пластинами 2 на 4. Сюда пластину 2 на 4. И вот с этой стороны тоже пластина
2 на 4. Беру вот такую вот детальку, вот такую, и закрепляю ее вот сюда, вот, вот сюда. Вот так. Беру еще одну такую же детальку и закрепляю ее с противоположной стороны, вот сюда вот. Теперь беру вот такую вот деталь и закрепляю ее вот сюда, вот так вот. Еще точно такую же деталь беру и закрепляю ее уже вот с этой стороны. Беру вот такую вот детальку, соединяю вот сюда. Вот сюда вот соединяю. Еще одну беру такую же детальку и соединяю ее с вот этой стороны. Еще точно такую же детальку и чуть повыше. Вот сюда вот. Вот сюда. И все это сверху закрепляю пластиной 2 на 4, чтобы крепко держалось. Вот так вот. У нас получилась довольно-таки крепкая конструкция. Теперь я беру кубик 2 на 2, соединяю его вот сюда. Еще беру один кубик 2 на 2, соединяю его вот сюда. Беру вот такую вот детальку, соединяю вот сюда. Еще беру одну такую детальку, соединяю вот сюда. Если у вас нет таких деталей, то можете использовать кубики 2 на 2 или любое другое, что придумаете. Берете кубик, еще берем кубик 2 на 2 и соединяем его вот сюда, вот это лицо. Маска нашего железного человека. И осталось только сердце. Вот такой вот кубик беру и посередине. Все. Вот наш железный человек готов. Вот такой вот он получился. У него двигаются руки, двигаются ноги, и конструкция довольно-таки крепкая. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, играйте в Лего Дубло.